Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров встретился с муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди. Он поздравил духовного лидера мусульман региона с наступившим месяцем Рамадан и пожелал исполнения всех благих намерений. В ходе беседы глава дагестанского парламента сообщил о работе, проводимой депутатами на благо населения. Муфтий подчеркнул, что в республике улучшается связь органов власти с обществом, происходят позитивные изменения в жизни дагестанцев. Духовный лидер также обратил внимание на необходимость помочь труженикам в вопросе переработки и сбыта сельхозпродукции. «Это позволило бы повысить благосостояние людей», — отметил муфтий. В завершении встречи Заур Аскендеров поблагодарил шейха за проводимую работу по сохранению согласия в обществе, духовно-нравственному воспитанию молодежи и вручил ему памятный подарок.